У нас 4 июля 2017 года. Вот это мы на Саманном находимся, поселок Потеряевка. Дом Саманный называется. Сверху он обложен кирпичом. Вот это приехал Сергей. Он ходит у Нины Васильевны. Вот. Доброе утро! Сергей, доброе утро. А тут что-то брат Роман наш делает. Вот его вот на нем пахал, активировал. Ремонтирует машину свою, что там у него случилось. Техника не просто так, за ней нужен уход. Что там, брат, у тебя случилось? Да здесь прогнило немного. А, порог, да, или что там? Ну, лонжерон. А, лонжерон. Ничего себе, дыры какие. Надо вот, да. Его, да. Ну, техника. Дальше посмотрим, что наши занимаются. Тут вот Владимир Гриндухин, дети. Также на огородчике он трудится. Окучиваем картошку, жуков собираем. Жуков в этом году очень много. Уже несколько раз ходили, собирали. Очередной раз вот тоже собираем и окучиваем до конца огород. Еще впереди еще два огорода нас ждут. Ну, те поменьше, это самый большой у нас. Вот. Брат Никита сейчас тоже тут окучил, ушел. Что-то там с матушкой, с пчелами они заботятся. Говорит, ничего не едят, на гречишное поле их понесут. Чтобы они там мед собирали. Вот Илья трудится. Так машет что-то, как деревья рубит, а не траву. Старается, по крайней мере. Молодец. Вот у нас Тарасий сидит. Да, я не сижу, я работаю. Работаю, ну-ка я пока. Я собирался съесть лягушку. Вот, смотрите. Покажи, как ты работаешь. Вот, работаю. Да, да когда еще тебе фрося высыпала? Смотрите, вот она мне высыпала, смотрите, у нее половина земли. А зачем она тебя пересыпает? Ты ничего не высыпаешь, зачем ты это делаешь, Маша? Я же должен видеть результат твоей работы, а так я не вижу, что ты там делаешь. Собирай, вот напротив тебя куст, вот смотри, весь обглодали, собирай жуков оттуда. Ты так делаешь, чтобы они туда падали, а не просто так рукой дернула и все. Половина на земле. Вот у нас Врося тут тоже кучит, Владимир. Пойти. Куда пойти? Что ты вдруг? Ты не успела поработать, уже домой просишь. Что это такое? Успела. Где ты успела-то? Мало это? Мы же до обеда работаем, это не просто. Еще до обеда рано. Вон храм наш, виднеется крыша. Ну не обязательно же это делать. Ты давай работай. Ты что делаешь с ведром-то? Зачем ты им машешь? Маша, я сказал, собирай жуков. Картошку съедает. Куда ты пошла-то мимо? Ты проходишь зачем? Вон, смотри, сколько ей. Место течения понесет. Ты каждый кустик оглядывай. Если упал на землю, собирай. Тарас, ты ничего не разглядывай. Давай, давай собирай. Да-да-да-да. Ты, видно, сегодня обедать не хочешь, сейчас смотрю. Хочу. Ну а что тогда работаем, трудись нормально. Вот смотри, как у Ильи хорошо получается. Да, скажи, ты там этой штукой работаешь. Ну что, надо и здесь тоже проявить активность такой. Да. Ленивый человек, он хоть с тяпкой, хоть с ведром будет себя лениво вести. Тут уже даже не доказывай. Ну все, вот так. Это брата Романа. Он тоже прошелся с ведром и с веником. И жуков позбивал себе в ведро. У него более-менее чисто. Ты сейчас наше ведро. Ну, хорошо. Молодец. В обочину, где трактор не будет ездить, подальше, в крапиву. Тут у него перчики посажены.
помидоры, все это, горох, бобы вон виднеется. Ну вот так вот, слава богу, за все.